Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним задание номер 2 на странице 52 рабочей тетради. Определи птиц на этом рисунке, раскрась их. Закрась кружки возле тех птиц, которые тебе доводилось видеть в природе. Давайте посмотрим на этих птиц и попробуем догадаться, какие это птицы. Ну вот эта птица, которая как будто бы ползет на животе. Нетрудно догадаться, что это поползень. Можно догадаться и об этой птичке, у которой на голове хохолок. Это свиристель. Вот эта птица – это снегирь. Дальше у нас воробей и синичка. Давайте попробуем раскрасить их так, чтобы эти птички были узнаваемы. Так, у снегиря у нас будет красная грудка. У воробья спина и крылья коричневого цвета. У свиристеля красный хохолок. У синицы желтая брюшка. А у поползня синий голубоватая спина. Ну и я, например, в природе встречалась с такими птицами, как снегирь, конечно же, воробей, синица и даже видела свиристель. А вот поползня я в природе не встречала. Но если вы встречали, то вы можете отметить эту птицу кружочком. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.